Улица 50 лет СССР, центральная улица района. По ней идет общественный транспорт из Олимпийского парка в Сочи. Туристы смотрят в окна и видят хорошие дороги, аккуратные дома и захламленные газоны. Как выяснилось, часто это вина самих хостинцев. Бросают из окон и мусор, и еду для птиц. После голубей остаются и объедки, и испачканные парапеты. Анатолий Пахомов отметил, город сейчас разрабатывает муниципальную программу по ремонту дворов многоквартирных домов. Но сами жители, а главное, управляющие компании должны подключиться к благоустройству. Я думаю, что глава района вместе с жителями хосты в течение 10 дней наведут порядок на улицах, наведут порядок с домами, во дворах наведут порядок. И, конечно, вот мы стадион подъезжали, забор весь погнутый. Конечно, его надо уже поменять. И сегодня есть недорогие, современные, значит, сетки, рапицы, которые можно поставить. Это будет и современно, и красиво. И мы такое порекомендовали, и обязательно это будет сделано. Также мэр посетил хостинские детские сады, которые сейчас активно готовятся к приему малышей, и две школы на Мацесте и в селе Измайловка. Ходом ремонта глава города остался доволен.